Привет, друзья! С вами я, Ерван Григорян. И продолжаем серию бесплатных уроков по программе, работе программы с Архикад. Вот, сейчас вам очень быстро покажу, как проставлять автоматические размеры. Я лично этим не пользуюсь, но на этапе, когда я отправляю этот эскиз, мне это очень удобно, когда нет оси. Итак, чтобы это сделать, нужно выделить стены. Потом, оп, не то, заходим в документ, аннотация. Автопроставляемые размеры, внутренний размер. Здесь мы настраиваем параметры, как показывают колонны по углам либо по центру. Здесь ставим галочку наружной поверхности. Если поставим поверхность несущих слоев, это немного там про модельные виды. Все остальное это будет отдельное видео. Но делаем вот так. Нажимаем ОК и введу вот так линию. И два раза нажимаю, чтобы остановить ее, можно продолжить. И указываю, где ее надо поставить. Вот, все, линия автоматических размеров проставлена. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Для тех, кому важно не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик. Вот, для тех, кто хочет научиться проектировать дома, а не просто работать с программой, переходите на мой курс о том, как это сделать. Сейчас появится видео, если вы в Ютубе. И внизу есть описание того, как это можно сделать. Поэтому покупайте курс, он стоит сравнительно недорого. Сможете зарабатывать на проектировании. Все, всем пока. С вами был я, Ерван Григорян.